Всем привет! С вами интернет-магазин kado.ru, интернет-магазин элитного садового инструмента из Европы. В этом видео я хочу рассказать про алюминиевую лопату фирмы Ofner. Вот у нас в России все жалуются, что вот ваши лопаты такие тяжелые. Да, наши лопаты тяжелые, сделаны они из хорошей прочной кованой стали, они имеют хорошую толщину. Вот. И что же предложить нашим покупателям, нашим милым женщинам, которым сложно справляться с такими тяжелыми лопатами? Есть вот такая альтернатива. Алюминиевая лопата фирмы Ofner. И внимание, эта лопата весит 970 грамм. То есть сама лопасть и черенок, все это вместе весит 970 грамм. То есть лопата как перышко. Я бы вот на одном пальце вот ее бы носил бы на мизинце, да, вот, и даже бы не чувствовал эту лопату. Лопата имеет вот такую вот остроконечную форму, имеет ребро жесткости. Эта лопата как раз выполнена из алюминия и покрыта сверху синей краской. Ручка здесь достаточно длинная, где-то 1,60 м общая длина этой лопаты составляет. Ручка выполнена из дерева бальса, все очень прочно, имеет черенок и такую изогнутую форму. И этой лопатой хорошо перемещать всякие материалы сыпучие, да, там, например, там куча песка у вас, да, вам нужно положить, да, в тачку, да, куда-то ее перенести, там грунт какой-то, там земля, там торф, да, чернозем. Вот вам привезли, там вывалили кучу, да, зилом, да, нужно это все растащить там по участку, да, вот, то есть вы берете смело такую легкую лопату и начинаете ей работать. Из-за того, что ручка длинная, вы работаете практически не нагибаясь. Вот у меня рост 1,90 м, я могу ей работать совершенно спокойно, не нагибаясь этой лопатой. Так что покупайте эту легкую лопату Super Light Johan Ofner в нашем интернет-магазине. Покупайте лучшее, а про остальное забудьте.